У лясных массивах по разных причинах зникнуть может любая рослина. А вось коли у их зникне смерть, сказать наурад те, кто может. Причина его живучести одна – люди. А докладнее их обыяковость до новокольного осяроддя и нежадание заховывать природу у чистини. Нередко за добрый отпочинок и свежее поветра человек различивается с лесом смертем. И в основном это пластиковые бутыльки. Их что год у час акции «Чистый лес» только у пригороди Лиды сбирается не одна тона. Не стало выключением и селетняя акция. Ее удельники худ наполняли пакеты тем, что покинули отпочивальники. И это с уликом того, что работники Лидского лясгаса отзначают. У опошние часы зоны отпочинку каля нашего города стали больше-меньше чистыми. Махчима, каб кожны задумался, кто будет наводить парадок у лесе, таких картин увогуле не было б. Мусор есть в лесу, и его достаточно много, особенно на полянах, где люди отдыхают, что-то жарят, оставляют много бутылок, целлофана и всяких упаковок. У лясным массиве за объездной дорогой в районе улиц Рабиновского и Тухачевского наводили парадок в учни Лидской гимназии 4 и 6 школ. Яны працавали побач с дорослыми, работниками Лидского районного отдела следчего комитета. Люди у форме показали, что могут не только раскрывать злочинствы, але и змагаться со смертем. Так и хотелось, уличивши специфику их працы, попросить высветлить, кто ж покидая после своего отпочинку доказы у лесе и притягнуть тых до отказности. Махчима гэта отбила похвоту наступны раз покидать сляды, а можа и подштурхнула б до удела у акции «Чистый лес». До речи, ее удельников на Литчине что год становится больше. Так сёлета до доброахвотной справы у першиню долучились педагоги и навученцы музычного колледжа. Им было доручено навести парадок у лесе каля лядового палаца. Тут же працавали в учни 8 и 11 школ. Мы, преподаватели и учащиеся Лидского государственного музыкального колледжа, приняли первый раз участие в этой акции «Чистый лес». Вы знаете, на данный момент это ситуация и положение в нашей стране окружающей среды является очень важным фактором. Я думаю, что если наши учащиеся, наши преподаватели, да и все желающие нашего города будут принимать участие в этой акции «Чистый лес», то наши леса станут чище, аккуратнее, и нам будет приятнее проводить здесь время и отдыхать. За час акции «Чистый лес» у Лидии ее удельники навели парадок на территории у 48 гектаров. А кроме лясных массивов за объездной дорогой в районе улиц Рабиновского и Тухачевского и каля лядового палаца, они працавали у лясах за микрорайонами молодежной индустриальной. Кипела у субботу праца и у парку Гарни. Тут змагались с листотой старшеклассники 14 и 16 школ и работники лясгаса. Глядячи на своего батьку, начальника пожарно-химичной станции, першеклассник 17 школы Семен Кудаш так само взял руки грабли и повторял все, что робил тата. Мне очень нравится эта работа. Мы вместе с папом убираем лес в чистой акции. И вместе сделаем парк чистым. Лидским лясгасам все летней осенью запланировано навести парадок на территории всех своих лясных массивов, которые находятся каля населенных пунктов. Початок працы был покладен в час акции «Чистый лес». Проводится очистка территории Государственного лесного фонда вокруг населенных пунктов, вокруг знаковых объектов. В акции принимают участие традиционно средние учебные заведения, как города, так и районов, а также представители организаций и общественности. Наведение порядка, оно должно всегда проводиться. Конечно, массивы большие, территории большие. Есть еще у нас недобросовестные люди, которые все-таки оставляют мусор после себя. Поэтому необходимо все равно поддерживать в надлежащем состоянии леса. Справиться с остатними объемами коллективу Лидского лясгаса самостоятельно будет складано, тому и он рады всем доброхотным помощникам. До того ж, у лясных массивах находится немало помников, связанных с Великой Отчинной войной. Их необходимо добраупорядковать, бо в наступном году Беларусь будет отзначать 75-летие вызволения от немецко-фашистских захопников.